Мишки. Чухи. Пока. Друзья, мир всем! На улице минус 34 градуса, Сибирь, деревня Потеряевка. Мороз морозом, а скотинку-то кормить надо. Поэтому у нас тут основная работа, это наше хозяйство. Каждый день кормим скотинку. Вот я тут дроблю, дробленочку для свиней, для бычков. Кормим, запариваем. Сейчас пойду сено раздавать, навоз уже вывез. В общем, сейчас пойдем посмотрим, как они там что кушают. Yeah.
Сейчас последнее дело, угля наберем. Чтобы тепло было. Вот. И все. В этом году не успел я кидать уголь в углярку, там ремонт делаю, поэтому беру его с улицы. Ну все, идем топить домой, печку, чтобы тепло было. Все, дровишки подкинули, сейчас уголечку. Печка уже остывать начала, уже вот меньше 60 градусов. Опа, хорошо как. Сейчас нагоним жару. Оп. Ну ладно. Если вам понравился этот ролик, ставьте лайк, делитесь этим видео с друзьями, выскажите свою точку зрения в комментариях и обязательно подписывайтесь на наш канал. Впереди будет много интересного и полезного.